Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гия. Мы сегодня будем крутить рулеточку Амазинг. Это великая рулетка, которая мне почему-то ничего нормально не дает. Но надеюсь, сегодня будет тот день, когда я выбью что-то годное. На самом деле, хочется либо какую-то машину выбить, потому что я мог бы продать монстра и забрать, допустим, X5, либо гелик, либо Сугурбан. Я был бы не против, как бы, да. Либо блат номера хотя бы выбить. Парочку. Блат номеров было бы тоже очень даже круто. У нас будет 13 попыток, в принципе. Блин, очень волнуюсь. Надеюсь, что нам что-то выбьется нормальное. Ну а с вас, пацаны, реально просто лайки. Обязательно лайки. Просто давайте на этой серии наберем 150 лайков. И я сниму еще один раз про рулеточку. Ну, будет новое видео про рулетку, короче. Давайте начинаем. Первая прокрутка. Блин, вот серьезно, нужны блат номера хотя бы. Хотя бы блат номера, пожалуйста. Пожалуйста. Нет, только не лицензии. Ну, ёб твою дивизию. Ну, ладно, это мы сможем, в принципе, продать. Это не так страшно. Крутим следующую рулетку. Пожалуйста, что-то годное прям. Вот прям хорошее что-то. Прям, чтоб, блядь, заебись прям было. Пожалуйста, давай. Нет, ну не деньги. Ну, не деньги, нахера? Зачем мне деньги? 60 тысяч. Ну, такое. Кстати, у меня здесь Нива есть. Можно сразу продать это все. Вот, у нас еще одна прокрутка была, короче. Так, и возвращаемся снова к нашей рулетке. Вот, вот это мне нужно, вот это очень нужно. Вот блат номера, вот, серьезно, очень хочу выбить. Потому что я, они мне нужны. Вот что-что, вот блат номера мне нужны. Ну зачем мне лицензия обратно? Зачем? Охуенно, вот зачем мне лицензия, серьезно, такой бред. Так, я перезашел в свой аккаунт, короче, давайте крутим. Блин, ну блат номера, пожалуйста, блин. Плиз. Блат номера. Да ну вы издеваетесь, нахрена мне лицензии эти? Второй раз уже, да ё-моё. Смотрите просто. Пиздец. Хорошо, что их можно продать хотя бы за нормальную сумму денег. А то был бы пиздец, реально. Так, крутим. Только не лицензии, блядь. Блядь, там блат номера были. О, нормально. Так, это можно сразу в игру вывести. Вот так. Во, у нас обратно 600 кредитов, заебись. Блин, там блат номера были рядом. Я думал, что они выпадут, но почему-то не получилось. Так, давай, 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 давай. Бля, деньги сейчас выпадут. Ну, ну такое, блин. 39 тысяч, вообще в плюс не уходим. Монстр, 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 монстр. Донат, донат, донат. Донат. Есть. Так, сколько, сколько? 73, неплохо, так. Сразу будем это все выводить, я думаю. Чтобы у нас не уходило в минус, в принципе. Потому что, ну куда еще их потрачивать, кредиты, в принципе. Давай, 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 крутись, крутись, крутись. Пожалуйста, блат номера. Деньги, да. Я так и думал. Я так просто и думал. Ладно, крутим дальше, в принципе. Ну, блин, надежда на блат номера, серьезно, хотя бы, чтобы я хоть немножко купился. Давай! Есть! Есть! Да, блядь! Да! Сука, заебись! Заебись, блат номера! Есть, сука, есть! Фух, спасибо, блин, по кайфу, по кайфу. Бля, блат номера, это, вот это хорошо, пацаны, это хорошо. Да, деньги, блядь, ну такое себе... Бля, вот теперь я люблю рулетку из-за того, что, блядь, мне блат номера выпали, сука. Заебись. Так, давай, давай, давай. Еще блат номера не помешали бы, на самом деле, еще. Давай, давай. Есть! Еще одни блат номера. Сука! Пизда, два блат номера, блядь. Два блат номера, сука. Охуенно, блядь. Еще одну, пожалуйста, еще одну партию блат номеров, давай. Нет, деньги на этот раз, блядь. Две, блядь, я просто в ахуе. Два блат номера просто. Кайф, кайф, просто кайф. Еще давайте третьи номера, блин. Не, сейчас номера не выпадут, сейчас выпадет какая-то хуйня. Ну, как я и думал, в принципе. Два блат номера, блядь, два. Кайф просто, так.
Продать за кредиты, да, все, это продаем мы за кредиты. Так, рулетка, дальше крутим, короче. Еще есть 6 попыток, короче. Блин, ну, надеюсь, что-то тоже годное выбьется, в принципе. Может, какая-то тачка, блин, не мешала бы тачку, серьезно. Лицензия. Ну, да. А, комплект всех прав, ну ладно. Но я уже в плюсе, потому что 2 блатномера выпало, они стоят. Блять, тормози! Рецепты, блядь, на пистолеты, да? Ну, бля, мне они не нужны. Ну, ладно, будем еще крутить, короче. Потом продадим, если что. Давай, давай, что нормально. Хелик, например, випка, экспиха. Ну, блядь, я так и думал. Ну, экспиха такой себе, ладно. Так, еще 2 попытки осталось. Ну, еще можно будет продать там лицензии, оружие, вот эту всю хуйню. Вот это тоже можно продать нахуй. Так, крутим еще раз. Но я уже в плюсе, как бы. На пару рублей, короче. Так, ну я бы еще одной партии блатномеров не отказался бы. Так, скоростной дробовик фиолетового цвета. Ну, это полная параша, мы его продадим. Но мне кажется, уже ничего нормально не упадет, как бы. Потому что мы уже все самое нормальное, как бы, забрали. Комплекты лицензии, да? Да. Ну окей, так, пополнить. Ага, мои выигрыши, давайте, короче, так. А, продать. Еще 2 попытки будут покрутить, в принципе, нормально. Так, крутим. Вертим, крутим, давай. Скин в УЗИ выпадет. А не, деньги, блядь, я думал хотя бы скин в УЗИ, блин. 51 тысяча. Ну такое, блин, я в плюс не ушел. Так, давай выпадет что-то еще. Если говно выпадает, то хоть дорогое говно какое-то. Чтобы я еще один раз покрутил. Угу. Так, а ну сколько стоит? 15 кредитов. О, так, продать. Все. Все, последняя, пацаны, прокрутка. Просто последний. Мне кажется, ничего годного не выпадет, но... Блин, 2 блатномера просто выпало, это реально круто. Кредиты, да? Сколько? 30. Ну да, такое себе, конечно. Ну что, мне вы кредиты выпали, в принципе, это хорошо. Давайте, я думаю, выведем все в игру, кроме блатномеров. Ну, я просто в призах потом заберу. Так, вывести в игру. Все, в принципе, заебись. А блатномера остаются. Бля, я теперь на монстры смогу поставить блатномер, и потом еще на RS6 поставлю. Либо, ну, короче, хрен знает, посмотрим, пацаны. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ну и всем пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night.